Амир, ну ваше впечатление вообще, выйдем-ка. Великолепно. Шедеврально. Сил, правда, нет вообще. А так, все превосходно. Я думаю, вы это тоже считаете, наверное. Бой был, конечно, огонь. Ну, я бы не стал... Драма, весь... я бы сказал. Да. Драма, на самом деле драма. Ну, я не стал бы судить весь турнир по одному бою. Но если, ну, все ждали одного боя, я смотрел все бои, правда. Мне понравилось качество ивента. Я кайфанул. Ну, вы, наверное, сами сейчас как выжатый лимон чувствуете, да? Как? Как выжатый лимон. Да, я уже со вчерашнего дня как выжатый лимон. Я уже просто... Я сегодня хотел искупаться, наверное, в 7 утра, а искупался, ну, наверное, часов 5-6, потому что просто меня с этим билетом и всем остальным звонками меня просто замучили. Вот так. Вы с Магой не общались, кстати, после поединка? То есть удалось ли как-то это сделать? Нет, знаешь, я не люблю разговаривать с бойцами после на самого поединка, потому что у них больше эмоций преобладает. Они, наверное, так, ну, не осуждают неправильно. Поэтому нужно дать спортсмену отдохнуть, понять, что произошло. Для него на самом деле такая, скажем, ну, очень обидная, обидный проигрыш. Поэтому, наверное, магия семья лучше, наверное, чем они. Его, ну, никто не поддержит. Поэтому он, наверное, вернется своей семье, побудет с ними, отдохнет. Жизнь продолжается. Ну, я считаю, что, ну, на самом деле проиграл. Но в этом такого ничего нет. Да, обидно. Да, бывают проигрыши. Но я считаю, что надо делать какие-то выводы. Если мага хочет завершить карьеру, то я его во всем поддержу. Проблем вообще никаких не вижу. Но хочется, чтобы мага радовал нас, если честно. А вы хотели бы третий бой увидеть? Нет. Я бы не хотел. Но магу бы хотели бы увидеть в Fight Night, само собой. Ну, конечно. Ну, в боях, трехрандовых боях. Я не сомневаюсь, там, ну, что мага там может подраться в 5 раундов, но точно не своего Минеева. Сейчас я точно понял. А кого бы хотели бы видеть в качестве соперника Владимира? Владимира Минеева? Я бы Вага был. Ну, последняя сгонка мне показала, что Вага не сможет, конечно, согнать 84 килограмма. Понял. Ну, вот что касается вообще в целом Fight Nights, ни разу не пожалели, что вложились в этот проект? То, что у нас же, как считается, что ММА – это неприбыльная история. Вообще нет никакого сожаления. Вот каждый раз, приходя на турнир, я прихожу с первых боев, я погружен во весь процесс, на подготовке бойцов, там, я контролирую, там, спрашиваю, звоню всегда спортивному директору, матчмейкерам, обсуждаем с Камилем все вопросы, так скажем, насущные нашей лиге. Нет никакого сожаления. Есть некое непонимание, какие бои дальше делать, правда. Вот, на самом деле это был один из громких боев. Но я думаю, у Камиля и у команды AMC Fight Nights большой, скажем так, креатив. И мы всегда найдем делать такие бои, где люди будут приходить и получать удовольствие. Так. Спасибо большое.